27 ноября, господа. В Вестерос внезапно пришла зима. Ух, какая зима, зимища. Всю ночь валил снег, а мы съездили после этого на дачу утром. Ну что, вот смотрите, сколько приходится откапывать снега. До полуметра на носе. Зима. Ну, по крайней мере, снега. Снега и самый такой у нас всегда рискованный момент, когда зима, это как чувствует наша тепличка. Ну вот, смотрите, чувствует. Чувствует себя хорошо. До какой степени хорошо, что когда я хотел сбивать с нее снег, оказалось, что северная часть вообще сама сбросила снег. На этой части я своей дежурной толкушкой сбросил снег. Выжила тепличка. Первый удар снега. Это самое главное, значит, она и дальше выдержит. Единственное, там в углу выломался кусок. И этот кусок будет теперь охлаждать тепличку. Это не есть хорошо, но сделать пока ничего нельзя. Так и оставим. Посмотрим, что еще. Вот, снега. Снега. Закрываемся. И смотрим дальше. Снег лежит, естественно, неравномерно. Но если поглядеть, сколько его уже выпало вдоль теплицы, свалилось сверху, так уже до пол стены. А стена у меня двухметровая, значит, метр снега свалился. Здесь выход в двор, в огород. Пока прикрыт, сейчас открою. Ну так посмотреть вокруг пока можно и удивиться, что все достаточно заснежено. Ну и здесь полная зима. Завалила наши озимые, завалила наши дырки. Хорошо. Начинаем зимовать зимой. И как быстро это все произошло. Вот как-то так. Двор после первого удара снега. Ночью был хороший снегопад. Навалило, дай бог каждому. Вот смотрите, возле теплички. 2 метра тепличка, метр остался. Такие откосы съехали, я не понимаю, конечно, сверху. Но навалило изрядно. Здесь все в снегу. Двор завален неравномерно. Ну, это, наверное, всегда так. Где намело, там намело. Ну, вообще, конечно, с такой скоростью начавшаяся зима нас поражает. Может быть, и радует, потому что тепличка выдерживает себя. А остальное как-то перебьемся.